Миронов просто был в 80-м году в Испании, написал стихотворение «Нежелание быть испанцем». А я музыку написал. Я так думаю, интерес, какой-то параллелизм судеб двух стран. И, по-моему, в этом стихотворении, которое превратилось в песню, как-то отражается. Это 80-й год. 80-й год. Александр Аронов. Черт подери, там в Испании. Проснешься ночью, весь в испарине. Проснешься ночью, весь в испарине, и думаешь, что за народ. Клокочут Франция, Италия, Алжир, Марокко и так далее. А эти все наоборот. Все наоборот. Какие рыцари в Испании, они от мавров нас избавили. Они от мавров нас избавили, с собой Европу заслоня. Но чтобы было с чем возиться, им ввели такую инквизицию, что мавры, знаете, фигня. Знаете, фигня. Черт подери, там в Испании проснешься ночью весь в Испании и думаешь, что за народ, что за народ. А простолюдины Испании Наполеона лихо сплавили. Наполеона лихо сплавили, но только он пропал вдали. Под благородные моления спустились с гор и в умилении себя бурбоном поднесли. Бурбоном поднесли. Черт подери, там в Испании проснешься ночью весь в Испании и думаешь, что за народ, что за народ. И вот сидят они в Испании, им без холуйства, как без памяти. Им без холуйства, как без памяти, и не уютно без заков. И раздражает и независимость, и дохлый их генералиссимус. На стенках, на стеклах всех грузовиков, извиняюсь. Всех грузовиков. Черт подери, там в Испании проснешься ночью весь в Испании и думаешь, что за народ, что за народ. Что за народ? Что за народ?